Известному писателю Шапи Казиеву через несколько дней исполнится 60 лет. В преддверии юбилея прошла его встреча с читателями в Театре поэзии. Напомню, Шапи Казиев – лауреат престижных премий, драматург, сценарист. Он автор книг «Имам Шамиль», «Расул Гамзатов», «Ахульго». Поздравил юбиляра первый вице-премьер Анатолий Карибов. Хочу, Шапи, пожелать тебе благополучия, а всем нам тоже хочу пожелать новых пьес, новых произведений нашего друга Шапи Магомедовича. Я хочу сказать еще такую, значит, информацию, что сегодня, значит, Шапи Магомедович представлен к ордену за заслуги перед Республикой Дагестан, и, значит, указ этот подписан. Продолжилась встреча показом отрывков из спектакля «Бестужев Марлинский». Он был поставлен по одноименному произведению Казиева. Затем автор представил зрителям свою новую книгу «Краски изгнания». Роман о необыкновенной судьбе художника Халилбека Мусаева.